Мероприятия пройдут с 12 до 17 часов. Так в сквере Ермакова будет работать творческая площадка «Культурный код Мурома». Здесь мы покажем результаты работы, которая велась не несколько даже месяцев, а несколько лет. И эта работа связана с культурным кодом города Мурома. Что такое культурный код? Это набор образов, символов, традиций, истории, каких-то легенд, которые есть в нашем городе. Это какие-то особенности речи или особенности одежды, даже цветовые сочетания, свойственные для улиц нашего города. И здесь, на этой площадке, на сквере Ермакова, у нас будет несколько модных показов. Кроме того, здесь будет представлена выставка удивительной книги, которая еще не вышла. Книги, которая является произведением искусства. Ее вручную рисует московский художник. И здесь мы сможем посмотреть не только результат этой работы, но и ее процесс. Не менее интересной муромлянам и гостям города станет выставка достижений промышленности и образования. На солнечном пересечении улицы Московской и улицы Ленина у нас будет традиционная выставка муромской промышленности и образования, потому что именно организации образования, дополнительных каких-то интеллектуальных курсов для детей, институты, школы готовят специалистов для муромской промышленности. И об этом пути от ясель и до завода мы расскажем на этой площадке. Расскажем о том, что производится в Муроме. Ну и, конечно, заводы покажут результат своей работы. Здесь, на этом перекрестке, будут стоять аурусы, электробусы, огромные локационные антенны. Главную сцену установят на пересечении улиц Ленина и Московской. В вечернем концерте, который начнется в 19 часов, примут участие кавер-группы из разных городов. И от площади Тысячи столетия города Мурома до Вознесенской площади, прямо вдоль улицы Московской, раскинутся уже полюбившиеся нам шоу-программы. 5 крупных площадок, на которых 36 выступлений, очень разнообразных, нас с вами ждет. Это цирк, танцы, музыка, ростовые огромные куклы, также передвижные декорации, фокусы и весь восторг праздника. В визит-центре «Былинный путь» состоится показ фильма об истории Мурома. На Вознесенской площади раскинется Муромский базар. На улице Льва Толстого выставка внедорожников. Изюминкой торжеств вновь станет фестиваль муромской ухи. Более 30 учреждений будут в этом году готовить этот прекрасный традиционный русский суп из рыбы. Мы сможем с вами с 12 часов наблюдать за процессом приготовления, а затем продегустировать эти гастрономические шедевры. Открою небольшой секрет. Уху будет также готовить Евгений Евгеньевич Рычков и будет ею сам лично угощать всех желающих. Завершится праздник салютом в 22 часа на площади Тысячи столетия города.